Почему проказники? I'm fine, Carl. Thanks for asking. Ребят, давайте жить дружно. И какой хороший день для прогулки. Don't worry about it, Carl. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Okay, I didn't think so. Хорошее приключение пойдет им на пользу, у них будет время обо всем подумать. It's not a problem. А я хоть отдохну немного. It's no problem, Carl. О, есть одна отличная идея, что если отправить этих мышат куда-нибудь подальше? No problem. Ребята, давайте жить дружно. I'm not sure I understand. Ну, проказники. I'm fine, Carl. Ребята, давайте жить дружно. И какой хороший день для прогулки. Don't worry about it. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Окей, okay. I didn't think so. Хорошее приключение пойдет им на пользу, у них будет время обо всем подумать. It's not a problem. А я хоть отдохну немного. It's no problem, Carl. О, есть одна отличная идея, что если отправить этих мышат куда-нибудь подальше? No problem. Ребята, давайте жить дружно. I'm not sure I understand. Давайте жить дружно. И такой хороший день для прогулки. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошее приключение пойдет им на пользу. Не будет время обо всем подумать. А я хоть отдохну немного. Что если отправить этих мышат куда-нибудь подальше? Приключение пойдет им на пользу, у них будет время обо всем подумать. It's not a problem. А я хоть отдохну немного. It's no problem, Carl. О, есть одна отличная идея, что если отправить этих мышат куда-нибудь подальше? No problem. Ребята, давайте жить дружно. I'm not sure I understand.
Хороший день для прогулки. Пойду посмотрю, где там охотники за сокровищами. Хорошее приключение пойдет им на пользу, у них будет время обо всем подумать. А я как-то отдохну немного. О, есть одна отличная идея, что если отправить этих мышат куда-нибудь подальше? Ребята, давайте жить дружно. I'm not sure I understand.